Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео расскажу вам о своих несъедобных покупках с сайта iHerb. И давайте приступим. Я не хотела делать одно длинное видео, лучше разделю его на два. Я снимаю на кухне, поэтому у меня есть еще постоянные посторонние какие-то звуки, капающие воды. Не обращайте внимания. Первое, что я приобрела, это растительный глицерин. Для того, чтобы делать какие-то крема, добавлять его в маски для лица и даже в маски для волос. Рецепты, конечно, будут на моем канале. Следующее, это вот такой вот body wash, то бишь гель для душа, да, от South of France. Натуральный. Давайте к составу обратимся. Так, он без всяких вот парабенов, да, и так далее. СЛС. Запах мне понравился. Свеженький, приятный. Надеюсь, что мне понравится. Я заказала просто так на пробу. Не могу сказать, что я, наверное, буду покупать еще, хотя пахнет он замечательно. Но это такая увесистая покупка, поэтому пока я не знаю. Но если уж мне очень сильно понравится. Следующее это масло Tamanu, увлажняющее как для лица, так и для всего тела. Но я планирую использовать его в масочках для лица. Это базовое масло, поэтому оно вот в такой большой упаковочке. Здесь сколько? 30 миллилитров. Масло Tamanu очень-очень питательное. Кстати, тут оно еще и органическое. Ну, насчет органики я особо производителям не верю. Это не главный критерий, по которому я выбираю, потому что, к сожалению, сейчас мало чему можно верить. Но если это так, то большой плюс. И следующее для своих кремов, которые я делаю для кутикулы и для пяточек. Замечательно подходит какао-масло. И раньше я брала эти Yellow Sticks, но теперь решила, почему бы не взять такую полноценную баночку. Здесь 207 мл. Для того, чтобы делать хорошие кремики для себя. Потому что как базовое масло, это масло очень хорошо держит форму. Будем пробовать рецепты опять-таки на моем канале. На этом все. Спасибо вам за внимание. И не пропустите вторую часть этого видео, где будут уже съедобные покупки.